Напряженная борьба на поле, скорость, ловкость и точный бросок в кольцо. В перерыве проработка стратегии на бумаге. Девчонкам из баскетбольной команды 148-й школы по 13-14 лет. Хотя к спорту относятся по-взрослому серьезно. Ежедневно по несколько часов отрабатывают броски. Мы выбрали в этот вид спорта, потому что он командный, поддерживает командный дух, сплачиваемся, общаемся. В общем, очень интересно. Это уникальное чувство, да, Рин, когда мяч прилетает в корзину. Командная игра и спортивный азарт в очередной раз принесли юным спортсменкам 148-й школы кубок. На этот раз за победу на районном первенстве по мини-баскетболу. Правила здесь, как и во взрослой игре, единственное отличие – время. 4 тайма по 6 минут. Играют ученики 6-7 классов. Причем спорт среди молодежи становится все популярней. Дети очень много занимаются. Тут и девчонок, и мальчишек. Просто наша школа, она двукратный чемпионок С-баскет, девочки. Дети, ну, не уменьшаются, а все прибывает и прибывает. Каждым годом все больше и больше. В Ленинском районе на первенство заявились 8 команд мальчиков и столько же команд девочек из разных школ. Победители теперь будут готовиться к городским соревнованиям, куда попадут лучшие школьные команды из каждого района. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.